Спасибо большое за подарок в NS32. Что там у нас? Это что такое? Таксист. Спасибо большое за таксиста. Я сначала не понял. Еще один подарочек. Спасибо тебе большое, Григи. Спасибо. Что там у нас? О, спасибо. Спасибо. Всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 23 июля, 3 часа ночи, и ежедневная рубрика «Чё почём?». Смотрим, что у нас выходит в магазине сегодня. Поднимаемся. Ох, ё. Комплект Guild Guy. Золотой его любимый цвет. Как катана будет, что ли? Да, она достает как катану. Это катана будет, скорее всего, типа как кирка Снайкайза. Типа как кирка Мишон, скорее всего. 1500. Но это, как я понимаю, да, то, что в новостях у нас короткометражки, это под это дело. Кинофестиваль короткометражки. Да, это под короткометражки. Слушайте, я думал, это просто иконка. Я не думал, что нам скин такой бахнут. А нам забахали такой скинец. Окей. 1800 стоит комплект с плащом. Плащ похож на муэртовский. У пацана муэрта похож плащ. И кирка. Анимацию показывает? Ля имба. Ля, имба, теперь кирка показывает анимацию, если это не стандартная. А у Снайкайза так показывает? Где Снайкайз? Показывает, друзья, проверяй. Только на этом показывает. Чё, скинец, ну блин, ребят, мне скинец не особо нравится. Как, ну не знаю. Ну, такое. Плащ бесполезный, скинец так себе. Кирочка мне нравится. Кирка мне нравится. Под что ее юзать за контуренную? Кто мне подскажет? Блин, кирка прикольная с этой анимацией. Мне нравится. Я кирку, наверное, куплю. Мне... Хотя, если 800, 1800, уже и скинец можно купить. За штуку можно и скинец купить, в принципе, для штуку нормально. Короче, давайте, наверное, купим все, потому что мне кирка нравится, это 800, а за штуку скин, в принципе, и ничего. Тег автор SPT-083, не забываем указывать. Покажу я вам все. Плащ. Плащ вообще бесполезный максимально лично для меня. Дальше что? Дальше, ну, это как раз-таки кирка-монтаж, ребят. Мне кажется, ее 1000 лет не было. Она вот под тематику фильмов самое то. Я не помню, когда ее последний раз было. Мне кажется, вот прям 1000 лет. Мега-попкорн сюда же в тематику отлично заходит. Бля, прикольно, этот типчик висит как раз под этот. Прикольно. Дубль 14. Короче, нам накинули все в тематику фильмов. Окей. Дальше это у нас офигенный скин мрак с двумя стилями. Обычный, старенький, вот этот типа огненный. Офигенный. Бэкпэк тоже топовый у него с двумя стилями. Графит тоже с двумя стилями. Классно выглядит. И крылья топовые. Тоже офигенный. Оберточка неплохая. Энигма. Тоже нравится. Кайфы. Мотоделина мне не особо. Тоже 1200, ребят, два стиля у нее в капюшоне, без капюшона, плюс бэкпэк вот такой, но мне она не особо заходит. Кирочки прикольные, но за 800 они мне... Решил я тогда на них сэкономить, что дороговато, за 500 я бы их взял. Дельтик опять у нас глючат, дельтапланы в магазине, раскрываются нон-стопом. Вот. Так, ну, все равно дельтик паршивый. Дальше у нас фанатка на кумите смахивает с бэкпэком. Не очень интересно. Скин выглядит неплохо для 1200. И вот прикольно, суровый спортсмен. Он прикольный, особенно это бэкпэком. У него такая бита топовая. Под Харли Квинн, ребят, комиксовый. Вообще самое то бэкпэк. Поэтому обратите внимание на этот скинчик. И вот такая кирочка тоже прикольная. Он сзади раздваивается. Спереди он, видите, как на стикерах. Прикольно. Кайфу сейчас кирочка.
И неплохой Дельт, да. Дельт тоже опять глючит, Дельт тоже классно выглядит. Новости нам обновили, тут про Феррари нам рассказывают. Ладно, опустимся дальше, дальше. Это пейнтболь за штуку 200 с бэкпэком в виде щита. Неплохо. Неплохой щит, скин с средней паршивостью. Мгла с двумя стилями за 2к. Дорого, но неплохо тоже. Бэкпэк относительно нормальный. Под нее лично. Пошла эмоция за 500. Хочу в кляс. Нравится, кайфовая. Еще одна, о, тоже вот эта классная. Классная оберточка, не знаю. Она так плавно, плавно меняется. Выглядит красивые цвета, мне нравится. Плывущий узор, неплохая. Эмоция, попинг за 800. Старенькая, старенькая, но выглядит хорошо. До сих пор выглядит классно. Узрите. Тоже, мне кажется, под фильм пойдет. Под тематику фильма. Остались, ребят, скины, которые там пришли сегодня в обед. Это комплект Феррари. Мне подарили вот эту деваху. Ну, скажу честно, ребят, мне, ну так, средненько. Средненько, что пацанчик, что девчонка. Ну, бэкпэк для меня лично вообще бесполезный. А вот пацанчик и девчонки по 800 в целом нормальная цена для них. Что для пацана, что для девчонки. У пацана мне нравятся кроссы, прикольно выглядят. У девчонки, наоборот, мне не очень нравится то, что она в туфлях. Если бы она была в кроссах, было, мне кажется, получше. Ну, а так... попрет. Попрет, но не в восторге совсем от скинов Феррари. Остались... а, вот то, что тоже нам подокидывали, ребят, сегодня в обед. Это всю вот эту гоночную тематику, ну, как раз видно под Феррари. Это все у нас в обед появилось. Топовый скин трасса, топовый ее кирка. Вот эту кирку я что-то вообще не помню. Но, тем не менее, ее тоже добавили. Вот еще гонщица. А, это от нее. Все, я понял. Это от нее. Угу. Угу. Но мне трасса больше нравится. Вот кайфовый, это лихач. И вот дельтик кайфовый тоже за 800. Циклолет, ребят, смотрите. Он стоит 800, а вот эти дельты по 1200. По мне лучше его взять. Тоже герой асфальта, стрела, стрим, слипстрим. Ну, короче, тут... вся ездовая тематика у нас здесь. Самая лучшая, мне кажется, из всего этого — это трасса, ее кирка и циклолет. Офигительная тема. Вот, а тут все такое достаточно. Либо дорого, либо не очень интересно. И остался комплект буки, само собой. И остался Snake Eyes, который, ребят, сейчас в кино. Топчик сегодня посмотрел, фильмец. Бомба. Леброна тоже оставили, ребят. Халяву тоже оставили, ребят. И тега автора тоже здесь. SPTN83, не забывайте. Новости. Новости глянули. Вы гляньте видосик по Феррари. Кстати, в игре мы в Феррари тоже добавили. Машины гоняют запредельно круто. Рекомендую зайти в игру, прочекать тачки. Тачки бодрые. Вот он этот наш, ребят, новый мультяшный скин. Башка огромная, зараза. Башка, конечно, большевато, большевато. Закрывает прям знатно. Прям очень знатно. И бэк, сейчас я уберу плащ. Плащик уберу. Угу. Так-то скин прикольный, все хорошо, но вот большевато, конечно, башка. Можно было сделать ее чуть-чуть аккуратнее. А так, конечно, прикольно выглядит, как я и предполагал. Кирочка. Вот кирка топич. Кирка хороша. Кирка здравая, здравая. Обертка. Так, скин большеват. Чё ж такую большую голову сделали? На другом оружии не так, но на Скаре он ближе ж приближает. И за счет этого прям сильно закрывает. Угу, дельтик. Дельтик классно, мне нравится. И у нас пачка эмоций. Погнали по эмоциям пройдемся. Это мега попкорн. Вот он.
Это дубль 14. И теперь просто эмоции, которые у нас к фильмам не приурочены. Хочу в пляс. Убойные эмоции. Где эта эмоция? Узрите. Вот она. Узрите. Я только заметил, как у него пальцы разделены. И давайте, знаете что, давайте, который сегодня в обед скинец вышел, мне его придарили, спасибо большое. Я его вам покажу, это деваха, Феррари. Без бэкпэка, ну в общем, вот смотрите. Нормальный скин, но для 800, скажем так, для 800 нормуль. Нормуль, но туфли, конечно, мне вот не заходит то, что она в туфлях, если бы она была в кроссах, мне кажется, было бы получше. Там смотреть, конечно, сами. В целом нормально. За просмотр всем большое спасибо. Жду вас 21.30 в пятницу на Твиче. Будет сабды. Играю с сабами сквады и делаю розыгрыши для сабов. Поэтому приходите, друзья, будет весело. За просмотр спасибо. Не забывайте влепить лайкос. Пока.